Доброе утро. У нас сегодня такие вот шоколадные блинчики, но они безбожно рвутся, поэтому я их пеку вот такими небольшими, потому что если сделаешь чуть больше, то получается вот такой вот блин. Поэтому жарю их вот такими вот бесформенными. Антошка уже с Гришкой... А ты не ходил, кстати, на рыбалку? Гриша ходил, наловил тут рыбу, уже засыпал солью. Да. Доброе утро! Вот теперь оно точно доброе. Пап, ты будешь завтракать? Ну, если ты дашь мне, я буду. Дам. Что? Кругленькие, просто так держаться? А может впереди вот так еще ручку вот такую приварить, знаешь, чтобы за нее держаться? Вот так, да? Не, ну мне кажется, железные будут нагреваться. Нет, надо их пошить просто потом, чтобы сниматься эти. Да? Подушечки. Не деревянные? Ты думаешь, не деревянные? Не, ну можно потом фанеру купить, сверху фанеру положить и все тоже. Но зато здесь не надо ничего варить, уборы. А, ага. Не, ну мне кажется, сверху что-то надо. Не, ну... И впереди ручку держаться. Ну ручку-то ладно. Ты думаешь, не, подожди, ты думаешь так, а может боком садиться? Это. Да, нет, лучше друг друга видеть. Да? Не, ну можно, в принципе, если ничего не делать, можно тут вот так садиться. Я угу. Это приварю. Ну да. Если ручка будет, то... Не, можно сзади приварить спинку. Хочешь боком садись, будет, да, получается, да. Две ручки, да? Ну и сзади, и спереди ручку. Зацените. Мам, ты будешь кататься на вертолете? Пойдем такие. На металлоломе 500 рублей тоже. Такая ирония. Ну да. Ты глянь, как катается. Все же не нам сказал красить. Афанасий же хотел сыграть. Дай мне ничего. Афанасий, скамейка сколько стоит, уже сделал. Недели три назад. Он говорит, я говорю, с папой. Может вот так вот. Вот эти. Может. Вот так вот. Не знаю. Не, мне кажется, спереди все равно надо ручку сделать. А спинку тогда вообще не обязательно. Не знаю, сейчас посмотрим. Все побоится. Да, нет. Ну что, наш обед готов. Это борщ я сварила. И мяско. Доедим селедку. Она обалденно вкусная. Просто супер-пупер. В общем, всем приятного аппетита. И смотрим необыкновенное чудо с Абдуловым, которому было бы 65 лет в этом году. Не отдает тебе пузыри? Так, мы собрались на день рождения. Мое! Как это твое? Это мое! Это вообще мое. Так, ну что, давай поехали? Да. Поедете? Да. Поехали. Но он мне не дает. Тогда оставайтесь дома, я поеду сама. А я в своей рубашенце из Алиэкспресс. Она мне так нравится. Тут грязное зеркало вообще реально. Я сейчас такое увидела, гляньте. А что? Тогда лучше будем смотреться здесь. Обожаю этих птичек, синичек. В общем, клевая рубашка. Тебе помогать, сынок? Да. Давай. Афоня, а вот это кто будет брать подарок? Афонь, а подарок кто будет брать? Антон, а ты куда? Иди сюда, расскажи, куда ты, сынок. Афоня, а мы с тобой куда? Оттуда. И ты тут живешь? А и мне тогда куда? А ты домой. Да? А мне туда папе уже надо позвонить. А ты домой. Антоша здесь остается. Папа разрешил. Антоша сначала боялся папе звонить, да? А
осмелел. А теперь, а папа Баха разрешил, да, сынок? Оставайся. Да? Ой. Все, мы поедем домой. Зай, ну зачем ты? Акил. Ну как ты закрыл, если дверь открыта? Давай, ключики маме давай. И все. И поедем с тобой, да? Да? Да. Он еще решил и пузырь подуть. Ты только в машине-то не дуй. Ладно? Тут обила. Да? Нет. Все. Мы едем. Антон тут остался. Вот такие розочки красивущие цветут. Просто супер. Сейчас еще покажу, где очень красивые розочки. Уже закат мы посмотрели, да? Но тут не очень видно. У нас там, конечно, с речки особенно очень видно закат. Так, тут собачки. Где? Вот, смотри, тут аж три собаки. Видишь? Покаси надо. Так, смотрим, машин нету. Черная собака. Черная, да. Сейчас собака. Будем розы снимать красивые. Как раз это у Аниной бабушки растут. Тут вообще это их столько. Говорит, они. Вот, гляньте, сколько тут роз. Это где? Это вот. Это Виолеттина и Викина бабушка. Анина говорит. Мы дома, у меня уже, представляете, вырос помощник, который сам вылез из машины и открыл мне ворота. В общем, короче, мужики растут, да, сынок? И мне уже не нужно было вылазить. Да, Антон остался ночевать у тети Ани, у Вики, да? А ты с мамой, это что, так плохо? Роднее не сказала, что надо красить? Ну, с мамой. С мамой? Мама. Пап, мы будем гасить качелю. Так, по-любому. Пап, мы будем гасить качелю. Качелю, папа, ну, будем? С мамой договаривайся. Мама краску пускай. Мамы будем краску папа красить. Краску красить? Папа. С папой договаривайся, когда вы будете краску красить. Ой, мне холодно, я замерзла. Амина. Ну садись, ну она холодная. Она холодная, фу. Пошли штаны одень, а то у мамы уже даже руки трясутся. О, держись. А камера? Держись только, хорошо? Да. Тебе не холодно, Афонь? А мне да, холодно. Сильно не... А? Да, Гриша вот палочка, короче. Держись. Только не прыгай же, Афонечка. Если упал, голову к земле прижимай, понял? Угу. Так она долго катается. Афонь, держись! Показать вам, что я делаю, это просто пипец. Нашла эту штуку, в диване лежала. Сейчас я вам покажу, я не знаю, верите ли вы в волшебство, но мне все-таки кажется, что если не жрать, то это намного эффективнее. Ну, в плане того, что не жрать эффективнее, чем делать вот это. Это мне когда-то уже давно подарили, не буду говорить, кто. Вот. И я нашла эту штуку и решила попробовать. Блин, вся кожа будет чесаться. Вот тут бока будет точно. Короче, верите ли вы в вибрацию волшебную или нет? Я, если честно, особо не верю, но, блин, решила попробовать. Посмотрим, что из этого получится. Шум, как будто я на тракторе еду, да? В общем, смешно. Но я вибрирую.